Привет всем! Сегодня будет очень интересное видео. Мы поговорим о страхах. Я вам расскажу, как... Не как побороть страх, потому что страх побороть невозможно. Боятся все. Боятся бедные, то, что у них нету денег. И боятся богатые. Боятся потерять деньги, ходят там всегда с охраной. Я вам расскажу, как заставить страх работать на вас. Сейчас я вам разберу это все в двух проблемах. Давайте такую первую легкую проблему. Например, парень боится подойти познакомиться с девушкой. Какие у него страхи? Что это там девушка про меня подумает? Как я буду выглядеть в ее глазах? А вдруг она мне откажет? Вот такие вот страхи. Нужно взглянуть на страх под другим углом. Нужно себе сказать: а вдруг это мой последний шанс? Бойтесь потерять этот шанс. Бойтесь остаться тем трусом и неудачником. Бойтесь быть одиноким. Вот, что у вас должна произойти смена парадигмы. Вы должны взглянуть на страх под другим углом. И тогда вы захотите идти и знакомиться с девушкой. Тогда вы будете развиваться, когда вы будете преодолевать свой страх. Другая ситуация, самая распространенная. Вы, например, боитесь подойти к начальнику, попросить повышения, вы боитесь переехать в другой город и начать новую жизнь, или вы боитесь начать новую жизнь, или боитесь открыть свое дело, вложить куда-то деньги, боитесь потерять деньги, боитесь, как про вас подумает этот начальник, а вдруг он там вас уволит, боитесь смены обстановки, боитесь переезжать в другой город, потому что вам там все неизвестно, то есть у вас... Вы застряли в своей зоне комфорта. Вот, это ваши страхи. Теперь у вас должна произойти смена парадигмы, и вы должны взглянуть на проблему под другим углом. Вы должны бояться того, что, ваша жизнь пройдет мимо. Бояться 40 лет проторчать на одной работе в одном городе и так не увидеть мир. Вот реально бойтесь этого, что ваша жизнь пройдет мимо. Бойтесь реально попросту просрать свою жизнь. Бойтесь этого. И в будущем, когда вам уже будет много лет, вы реально будете жалеть. Вы себе скажете: блин, почему я тогда не рискнул? Почему я не начал это дело? Вы будете реально жалеть о том. И скажете: блин, если бы я вернулся в то время, я бы уже рисковал, я бы начал жизнь с чистого листа, но все, у вас уже времени не будет. Так что реально бойтесь, я реально боюсь просрать свою жизнь, я боюсь не увидеть мир. Потому я и вырвался, и начал идти к успеху. Вот этого я боялся, и теперь я беру от жизни все. Я хотел столько зарабатывать, я столько зарабатывал. Как я уже вам говорил, есть две проблемы. В мире есть две проблемы. У человека есть две проблемы. Когда у него нету денег, и когда у него много очень денег. Вот две проблемы. Там будут проблемы, и там будут проблемы. То, когда у меня нету денег, я уже знаю. Все, я такой проблемы не хочу. Я хочу уже попробовать, каково будет мне, когда у меня будет много денег. Так что, если вы хотите развиваться, если вы тоже не хотите быть в этой проблеме, когда у вас нету денег, заставьте ваши страхи работать на себя. Теперь к моей ситуации. Посмотрите мои видео, как я начинал, как я торговал. У меня было на счету 4000 рублей, 2000 рублей, ну 10 тысяч рублей, это потолок. И я боялся завести VIP-счет, боялся закинуть 1000 рублей. Потому что думал, войду в азарт, сейчас потеряю все деньги, крупная сумма. Уже тогда деньги у меня были, я уже постепенно накопил. Но боялся и был на одном уровне. Зарабатывал по 10-15 долларов в день и все. Топтался на одном уровне. Потому что зарабатывал, выводил. Депозит боялся раскачать. Вот такие у меня были страхи. Я себе сказал, или я иду вверх, или я зарабатываю, или я что-то меняю. Я вот боялся остаться на одном уровне и заставил свой страх работать на себя. И я открываю VIP-счет с 1000 долларов, и все, и понеслось. 1000, потом 2. Все отлично заходит, уже там по 50 баксов в день, уже по сотке, по 200. А что сейчас? А сейчас я могу за 10 минут заработать 88 тысяч рублей. Или как по нонфарму, за 5 минут заработал 126 тысяч. Да я, блин, представить себе не мог, что я столько буду зарабатывать. Вот как все у меня произошло. И все же вам рассказываю со своего личного опыта, как все у меня происходит, и делюсь этим с вами. Так что желаю всем, народ,
Заставьте ваши страхи работать на вас, и все у вас получится. Уверенно идите к своей цели. Всем спасибо за поддержку. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайки этому видео. Всем удачи, всем пока.